Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаю свои видеообзоры сортов. И сегодня я вам покажу сорт буян. Сорт буян вот такой вытянутой формы, как они называются, сливовидные. Скороспелый сорт. Показываю именно сейчас, чтобы как показать вам, что он действительно скороспелый. С первой половины июля плоды уже начинают спеть, несмотря на то, что нынче у нас была... Нынче у нас была очень плохая ситуация весной, заморозки. Вот он высажен был рановато, и, конечно, все это затормозили морозы, все созревание. Сейчас он должен был бы быть уже спелый. Ну и то, это хороший показатель, что первая половина июля они уже зреют. На каждом кустике первый плод начинает буреть. Сорт буян относится к таким, как я их называю, томаты-гномы. Он очень низкий, супердетерминантный, штамбовый куст. Такие томаты обычно выступают у нас на подхвате перед крупноплодными. Вот я его, видите, где сажу. Даже места им не выделяю. Сажу на заваленке вдоль теплицы. Они у меня здесь порастут, поспеют, я потом их выдерну и все. Никаких подвязок сильно я им не делаю. Видите, они у меня лежат на полу прям. Хотела подвязать колышком, но столько колышков не нашла маленьких. И оставила их так. Они все созреют очень быстро сейчас. Сейчас вот за июль они созреют, мы их все употребим в пищу. Конечно, они именно для раннего использования. У них обыкновенный нормальный томатный вкус. Я не скажу, что они сильно мясистые или сильно сладкие. Просто обыкновенные скороспелые томаты. Но такие тоже нужны на участке. Если у вас есть где-нибудь такие какие-нибудь маленькие, крошечные участки земли, на которые не посадишь ничего серьезного, можно посадить вот такие томатики. Вот у меня вдоль теплицы я насадила несколько сортов. Все они хорошо плодоносят. Сейчас поспеют, мы их съедим. Вот это скороспелый сорт буян. Он очень красивая форма такая, вытянутая, с носиком. Спеет очень быстро. Советую тем, кто хочет получить ранний урожай, до того, как поспеют нормальные томаты. Кстати, у нас нормальные на улице уже, вот которые мелкоплодные, они тоже начали спеть. Нынче как-то спеют непонятно какие сроки. Спеют есть и среднеспелые, и ранние, все одновременно. Наверное, из-за того, что у нас было тепло, скоро начнет спеть вот этот совсем супергном. Но вот этот был видеообзор сорта буян. Очень неприхотливый. Ну как неприхотливый? Вообще ничего не надо делать. Вот я его воткнула весной. Все. Он вырос, облепился плодами, упал, наклонился и лежит. Поспеет, я приду, сорву. Сделаю салат, накормлю своих родных. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Видеообзор скороспелого, низкорослого сорта буян. Совсем не требует никаких усилий. Для новичков это самое то. Посадили несколько кустиков и забыли про них. Видите, что-то там краснеет? Подошли. Ох, уже поспел. Сорвали, съели. До свидания. Такие томаты тоже нужны у нас на участке.